Достойные Оскара. Выставка скульптуры из знаменитых кинофильмов открылась в Риме к 80-летию известной итальянской киностудии «Чиничитта». Насчитывает она около 300 экспонатов, каждый из которых сыграл свою роль в картинах знаменитых режиссеров. Пятиметровая статуя бога Марса из кинофильма Ридли Скотта «Гладиатор» – самая заметная среди скульптур на выставке. У нее по сценарию просит удачи работорговец Проксимо, доставив своих гладиаторов в Колизей. Ложе Клеопатры из картины Джозефа Манкевича, скульптура Иисуса из сладкой жизни Феллини. За 80 лет в итальянской киностудии были сняты больше 3000 фильмов. 47 из них получили в награду премию «Оскар». Курирует выставку сам скульптор Адриано де Анджелис. Премию «Оскар» обычно получает сценограф, но я думаю, если жюри высоко оценило сценографию фильма, это в какой-то мере и наша заслуга. Значит, наша работа оставила хорошее впечатление, и исполнен проект был качественно. «Чиничитта» — самая большая и известная в мире итальянская киностудия. Вот уже 80 лет. Множество людей мечтает посетить те съемочные площадки, что за эти годы были построены в «Чиничитте». Площадки знаменитых фильмов, снятых в Риме. И мы решили дать им такую возможность. Помимо выставки скульптур в тематическом парке Чиничитта World можно увидеть оригинальные декорации к известным кинолентам, в том числе римский цирк, реализованный декораторами в прошлом году для фильма «Бен-Гур» Тимура Бекмамбетова, где режиссер снимал гонки на колесницах. Теперь примерить на себя роль киногероев могут посетители парка.